Добрый день, меня зовут Скипин Николай, я хотел бы рассказать вам о нашем новом проекте «Молодежная исследовательская мастерская «Ученые люди». В год науки и технологии руководством нашей страны особое внимание уделяется привлечению молодых ученых в науку. Для этого создаются благоприятные для них условия, выделяются гранты и так далее. Но во всей этой истории главный акцент делается на именно молодых ученых, на аспирантах, молодых кандидатах и докторах наук. Наш же проект является комплексом мероприятий по привлечению потенциальных молодых ученых-социогуманитариев разных возрастов. В основу проекта положена технология наставничества, позволяющая осуществлять диагностику, развитие и сопровождение молодых людей в сфере науки. Основной целевой аудиторией проекта являются молодые люди 16-25 лет, то есть школьники старшего возраста, студенты, также аспиранты. Географический охват проекта составит несколько регионов, а стать участником нашей мастерской можно в рамках конкурсного отбора. Итогом нашего проекта станет проведение очной научной конференции в 2022 году в городе Москва. Лучшие участники конференции получат возможность стажироваться в ведущих научных организациях нашей страны. За ходом реализации проекта вы можете следить на страницах наших сообществ. Всего доброго, до свидания!